Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем продолжать проходить Ведьмака 3-го. И мы сегодня будем отправляться на задание Доброволец. Так, сейчас откроем карту, посмотрим, что у нас по карте. Обязательно лайк и подписку не забудьте поставить. Это очень важно. Лайк, подписку поставить. Поставить подписку. Короче, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Это очень важно для продвижения канала. Господи, русский меня покинул. Так, я заблудился. Где у нас этот знак быстрого перемещения? А, вот он. Ну, давайте теперь отправимся вот сюда. Посмотрим, что там хоть задание такое интересное. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. 200 метров. Где моя Ламборгини? Ламборгини Платва. Ламборгини. Скачем мы по полю. Вот. Ладно, и такое бывает. Угу. Гули. А, ну хрен с вами, вы мне не нужны. Если там ничего нет, то нафиг вы нужны. О, внизу чудовище. Гнильцов. Нужно его уничтожить. Ой, пора, минус один минус. Ребят. Твою душу. Что произошло? Давайте закинем бомбу. Это куда? Капец. Рванул чувак. Не выдержал. Ой, давайте помедитируем. Медитация. До утра давайте так сделаем. Чтобы у нас весь алхимический прогресс больше восстановился. Алкогресс. И мы пока не соберем все кишки. Здесь тоже соберемся. Здесь у нас что-нибудь есть такое интересное? Не интересно, вот здесь ничего нету, к сожалению, но мы можем отправиться вот сюда. Там, возможно, будет интересное. Так, вот так. Здесь тоже ничего интересного, нету, кроме бочки. Но нафиг она нужна, как бы эта бочка нам. Здесь 136 метров, можно и так побежать. Сейчас искать дорогу. Все это вот. Чихнем-мухнем. Доплывем, переплывем. Вот, уже недалеко. Итак, минута молчания. Так, нафиг вы не нужны снова. О, спрятанное сокровище. О. Ай-яй-яй! Я, блин, хотел квен за ю. Какой квен? Хотел игни за ю. А у меня стоит какого-то фига квен. И выносливость кончилась. Так, дополнительная записка. Использование наше чутье. Пользуя ведьмачьи щиты по кровавым следам найти тайник с ладом. Окей. Окей. Вот это вот что ли? Нет, ладно. Кровавый след куда ведет? Отсюда во куда он дальше идет? А не этого? Нет. Может, он типа в эту сторону идет, а не в ту. А нет. Ну, вот это что у нас? Наверху нету следов. А где они тогда могут быть?
Не, серьезно. А в чем прикол? А. Я туплю здесь 3,5 часа. Выйду. Добровольно так. Карта мира. По карте мира у нас что? А давайте. Все-таки вот сюда зайдем, а кто туда? 157 метров. Туманники, мы и хрен с ними, с этими туманниками. Они особо мне не сдались, как бы. Пишут мне тут, а, блин, сообщения отвлекают. А что там происходит? Не надо, подожди, это кто? Вот так с ними нужно, короче, так ними разделываться. Фига, у него 18 уровень был. Так, с этим мы разделались, теперь у нас что? Записка и письмо с сокровищами. Трофей использовал ведьмачье чутье. Пройти по кровавым следам опять ты будешь. По этим грёбаным кровавым следам. Ну-ка, что там за меч был? На один урон больше. 57 прибития доспехов, 4 там что у нас есть. Мощарда, шанс вызвать заморозку. И на один урон больше у него. 124. А у него 123. Так, ну мы сейчас еще используем знаки, конечно. Мощь знаков, так, шанс вызвать оглушение, получение адреналина, шанс выбить из равновесия, шанс вызвать кровотечение. Это вот нормально. А это шанс вызвать заморозку 2%. Помощения нет у нас. Антрофет используем. Это у нас шанс вызвать перенит. Это пробитие доспехов. И, ну давайте шанс вызвать перенит тоже поставим. Это у нас немного похуже. Теперь обратимся в карту. В карту мира. Давайте теперь вот туда зайдем. Да, походи. А что мне там? Это задание надо. Нет. Не-не-не, мне нужно дополнительное здание, доброволец. Ну, так. Опа-на, еще один сундучок. Чуть мимо не ускакал, понимаете? Сейчас пройдемся до того. До той отметки. И посмотрим, что у нас там можно будет делать. Эту часть я, наверное, назову доброволец. Блин, завтра на учебу. Надеюсь, вам понравится этот выпуск. И хоть кто-нибудь до этого момента досмотрит. Очень стараюсь. 60 метров. Что у нас здесь? Еще один по ним не нападет? Давайте. Твою душу, Василиск. Ага. Угу. Не, смысла с таким драться нету, который ваш уровень еще неизвестен. Давайте тогда задание. Здесь аж 32 уровень уже. Это в 3 раза больше, чем у меня. Давайте отправимся на добровольца. Твою душу уже заговариваюсь. Это у нас кто? Бандиты, начнем с ними, пусть живут. Мне это не особо интересно. Труп, если хоть башка.
Здесь риданская армия стоит. Ага. Прохода нет. Не будешь крадать лодки. И где же эта риданская армия? Так ведь я тут стою. Не видеть? Я записался в армию короля Радоведа. И мне приказ защищать лодки. Дрянь это, а не лодки. Мне надо защищать лодки. Но нет дров на этот забор. Но есть лодки. Я сделал забор из лодок. И теперь лодки защищают лодки. Нормально. Кто завербовал тебя в риданскую армию? Никакой вербы не было. А были солдаты. Сотник говорит, охранять лодки, а то их крестьяне могут украсть, потому что это их. Я не понимаю. Я понимаю так, конфисковали эти лодки у крестьян и боялись, что те попробуют свои имущества отобрать. Что было дальше? Сотник ушел, а солдаты пили. И пели так, что ух. Я слушал. Но крестьяне пришли с косами. Я хотел помочь армии. Тогда иду, крестьяне в крик, солдаты в крик. И я совсем не сильно, они лежат. Солдаты тоже. А приказ был охранять лодки. Вот я охраняю. Я теперь весь солдат и петь тоже умею. Петь? Нет, я уже слышал, не нужно. А где тела? Я ни одного не вижу. Я был голодный. Жалко пропадать еду. Крестьян не жалко. Товарищи чуть жалко. А провизия хорошо. Понимаю, война. Понимаю, война. Понимаю. У войны свои законы. А людь тоже солдат. Нет. Я могу тебя сделать солдат. Тогда я сотник. Я говорю, принеси краску, и людь принесет краску. Какую краску? Ну, краску. Красную, белую. В городе есть. Но я не могу идти. Я охранять лодки. У меня есть. Так случилось, что у меня есть с собой краска. Откуда у меня есть с собой краска? Что случилось? У меня есть краска, но рисовать не умею. Да, это осложняет дело. А людь умеет рисовать? Я приказываю, пусть умеет. Это не так работает. Ну, смотря что. Птица пусть рисовать. Такого риданского, как на гербе. Ну, давайте попробуем. Я могу попробовать. Птичка есть? Красивый птиц. Как думаешь? Петух. Ну что ж, если тебе нравится. Хороший людь. Не такой, как другие. Спасибо. Да не за что. Меня, все, что ли? Хорошего тролля на службу призвал. Школа Грифона. Нормально. Сыночек твой вырос большой и красивый. Да, базару нет, красивый. Так, ладно, теперь что у нас? Рюкзак, карта мира, задание.
Кстати, там где-то костюмная награда у меня есть. Под дополнительным заданием у нас все. Собрать полную коллекцию карт, гвин, так, ведьмачьи заказы, у нас все большого скорангового. Дорога. Ошибка. Чуть на один запишу, да. И забыл, что использовал ведьмачьи чутье. Так, школа кота. Это у нас на выиграть тоже. Школа Грифона тоже на выиграть. Давайте тогда сейчас бегаем за игры с карточмаром. Короче. Да, с кочмарями, короче. Сбегаем туда. И что дальше будет? Дальше. Сейчас. Мы сбегаем вот сюда. Оттуда вот туда в город. С ним, короче, поиграем в карты. И оля. Что оля? И уля, короче, выигрываем и собираем доспехи. Этот выпуск будет такой чисто на расслабоне. Без основных заданий. Так, давайте отправимся сюда. Там посмотрим, соберем записки. Может, поболтаем с кем в деревнях. Короче, такой будет расслабончиковый выпуск. Где моя ламбр-плотва? И не надо мне просить ни о чем. Заказ лихо лесное. Потом люди добрые. И турнир по... О, это вот то, что нам нужно. Турнир по гвинту с высокими ставками. Что, здесь ни одного торговца, хотите сказать, нету? Причем махать каждый может. Она нет, не поиграть умеет. Так, окей, карта. Давайте еще вот сюда забежим. Там должен быть кто-то по-любому. И сюда надо будет нажать. Наверное, я вас загрузил уже, так. Так, видим. Так, окей, ладно. Плотва, братан. Плотва, братан. Вперед, плотва. Поехали. Вун-вун. О, господи. Разбегались тут эти карлики. Спокойно проехать не дают. Так, объезжаем деревеньки. Здесь нужно тоже собраться. Во. Здесь пивнарня есть. Чего? Ничего, бывает. Было. Вот в пивнарне можно поиграть в гвинт и закупиться картами. Прошу. Да, без проблем. Покажи мне свои товары. Нормально мы карту закупились. Сыграем в гвинт. Погнали. Не желаешь сыграть в гвинт? Погнали. Так, казнь, ливень, чучело. Нам это все не надо. Он, по-моему, доску это я дал, да? Ага, лекарь. Так, для чудовища, что ли? Для Нильгарда? Ага. Я не знаю, вообще стоит брать этот отряд. Не, у них реально прям такой сильный ударный отряд. Давайте двушечек выкинем. Вот таких. Это возрождение. И у них один такой. Карт с колоде 22.
нормально, короче. Ну, скорее всего, сервер по старинке скатаем. Потому что я к нему уже привык. Так, шпион. Вот это вот нам не нужно. И что у нас там? Лучник за 6, вот он там тоже не нужен. Ой, ладно, ездок. Мы все равно стихиями не пользуемся. Ну что, ты хочешь сказать, что все? Давайте мы так сделаем. Одну карту заюзаем, и будет у нас победа. Давайте с артиллерии начнем. У него же казнь, да, есть? Я же говорю правильно, что у него казнь есть. Давайте-ка вот так сделаем. Ассасинов покидаем. Сейчас, короче, накидаем ассасинов и потом накидаем артиллерии. Вот так вот. Потому что я знаю, что у чудовища... А, у него не чудовище. Но обычно у него всегда казнь есть. Давайте вот так делаем. И еще вот так сделаем. Угу. А мы еще вот так сделаем. Нехило. Так и скажу я вам. Но у него уже 3 карты осталось. И у него 1 карта осталась. Мы вот так сделаем. Ладно. Да кого угодно, он уже пасовал. Держись от меня подальше. Ладно, крону мы забрали. Крону забрали, гуль. Гуля-гуляй. Ну давайте еще вот туда заедем, и потом пойдем все-таки в Новиград. Так, ладно. Что там даже метеж? 200 метров. 200 метров, 200 метров, это в принципе немного. Этот ролик вы, наверное, увидите, скорее всего, в пятницу. У меня ролики будут выходить в четверг. Какой четверг? Среда, понедельник, пятница. А воскресеньем будут стримы. Так, сейчас долетим вот сюда. За твою душу. Не шали. Тебя ждет смерть. Так быстрее. Мы как-то себя утешим. 7 котов? Деревня 7 котов. Куплю колыбельку, найму красавчика на свадьбу подружки. Меняю дырявый горшок на бричку. Тут пишут эти объявления. Ведьмака ищите? Ага. Кого-нибудь, кто убьет чудовище? Что за чудовище? Ведьмак тоже подойдет. А что за чудовище? Большое, злое, гадкое. В каналах оно. Если тебе интересно, иди в имение Гарин. Спроси Ольгерда фон Эверика. Это он дал объявление. Угу. А, это заполнение каменные сердца. Все, понял. Я пока не еще рано. Куда первый раз пришла? Так, все, допустим, так, дополнительное задание. Чего? А, это каменные сердца. Спасибо.
Император. Оставим. Вот, как ты я пожралась. Мастер добро пожаловать в Семь Котов. Самую удачливую таверну. Говорят, даже похмелье с нашего вина приносит удачу. Да ладно, честно врешь. Что можно поесть? Так, карту мы по-любому скупаем, это всегда. Предлагаю перекинуться в кап. Так, Гази. Для них ничего интересного нету. Нет, вот это можно забрать. По чудовищам тоже ничего интересного. О, вот это вот интересный чувак. В принципе, довольно-таки хороший. Но мы будем играть, как обычно, за Королевство Севера. Так. Давайте Ясное Небо уберем. И что у нас там есть? У нас нет воскрешалки. У нас одна воскрешалка, так что смысл нам двух чучел. Давайте вот так делаем. Так, сразу начнем с резвым ходом, ассасином. Бьянка. Итак, у нас два ассасина. Ассасина два. Он окей, он кидает. Мы тоже закинем артиллерию. Он тоже кидает артиллерию. Она. Мы это тоже кинем. Вот так мы же сделаем. У нас что, артиллерии всяко больше будет. А мы героя кинем. Кого не того напал. Ладно, тогда спасуем. Посмотрим, что он будет делать. Правильно сделал. Молодец, конечно. Ой, ой. Так, давайте этого. Вот это вот. Так, вот это вот воскресим. Очень, конечно, круто. Ой, душ он туман использовал. Но пока ничего, мы все равно сильнее. Изи. Что он все делает? Вот так вот. Все, спасибо. Так, я заблудился, как отсюда выйти. А в этом убили. Семь котов из деревни назвали, нормально. Давайте сюда нырнем. А что, куда жжешь, седая? Хочешь посмотреть? Интересный вопрос, конечно, задают порой они. Ну, посмотри, блин. Какие-то реликты, но у меня школа. Да разверни твою душу. Нужно последний забрать. Может, ты заберешь его? Окей. Наконец-то. Не знаю, с какой покупки. Так, давайте обратно отплывем в эту деревню, оттуда быстренько переместимся.
Сейчас, короче, как получим 14 уровень, сразу забираем себе в вихрь. Это то, что нам нужно. Вихрь. Вихрь, вихрь, вихрь. И 7 котов, 7 котов. Все. 7 скотов. Туда, туда. И потом пойдем в Новиград. В Новиграде много торговцев, много игр в Гвинт. Так, сокровища, сокровища, сокровища. Сигло какое-то. Надо вообще сейчас вылезть и посмотреть, что мы там под нам подбирали. Здесь вообще ничего интересного не было. А вон там что-то какая-то ракушка. Так, давайте глянем на минутку, чем я. Один же посмотрит, он их что, теряет? Да-да, знаете, постоянно теряю. Проблема такая есть. Ну и здесь у нас тупо все слабое. Это все тупо на продажу. Но хоть один рёб-комплект у нас будет с собой. Так, по алхимии мы что-нибудь можем. Эликсиры, касатка. Увеличивается пас воздуха, вот этого не можно. Алхимические субстанции, что у них там? Это что ли можно воровать добавить? Ну окей. Большой. И все, думаю, пока не все. Так, ладно. Принесло. Деньги персонажи. А, плоту я хотел глянуть, точнее. Что не напомнили мне? У это 35 энергии, а у нас 40 энергии. 20 энергии, 30 энергии. Короче, ничего полезного не нашли. Пойдемте туда в город. Вроде говорят, какой-то убийца рыщет. Пойдемте по навигатору, куда нас он ведет. Туда и пойдем. Мы тут с миром пришли, в принципе. Ой, нехороший человек. Нехорошая женщина, если бы точнее. Не, ну а чё? О, торговец, 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 торговец. Лучший развал попрошу. И очень хорошо, культура. Был бы здесь кто еще у тебя? Сразу видно фильм. Подожди, можете я скупать? И типа не должен шарить в этом всем. Забирай весь хлам. Забирай, забирай, забирай. Так, это я тебе не буду продавать. Я пихнул эти вот. Ну ладно, меньше шив, чем лучше, чем у меня. Все. А теперь отыграем у тебя последнее. Не желаешь? А как иначе? И здесь у нас еще нету интересного. Так, два чучела. У нас два шпиона. Давайте вот этого махнем. Даже не знаю. Давайте арбалетом махнем. Сейчас так шпионом в узы юзаем. Ой. О! Сейчас нарастим обороты. Что это делать вообще? Давайте вот так сделаем еще. У него 18. Мы в принципе можем взять просто вот так вот и отжать первый раунд. И мы еще в плюсе. Все, отлично. Мы отжали первый раунд. Угу. Так, он с артиллерии начинает. Мы тоже начнем туда.
Напугаем его. Мы делаем вот так. Отлично. Он попался на нашу уловку. Сейчас шпион воскретит. Воскретит, господи. Что с моим талантом попался? Почему он именно за 7 воскрешает? Мы забираем его. Берем тебе еще этого. О, у нас еще одна хилка. Ну давай посмотрим. У меня две хилки есть. Это радует. Ага. Даже так. Одному вот так. Сейчас шпион воскресит, да? Ну да. Ну, давайте мы встать у него так. Давайте еще вот так кинем. Подожди, так нельзя. Так нельзя было делать. Ты что? Вряд ли вытянем, поэтому дадим пас. Тут что у него теперь есть? Так, сейчас мы воскресим воскрешалку, воскрешалку воскресила шпиона. Так, нет, нет, вот она. Теперь можно воскрешать шпиона. Угу. Все, зашибись, четко. Так, пойдемте дальше. Следопыты. Какие-то следопытов нам дали. Зачем они нужны? Ну что же случилось с этим целителем? О, даже сюда! Так. Ладно, фичим. А что они хотели? Да мы не собирались. Они сами полезли. Мы вообще шли по своим делам. Вон даже священника пропустили. Так, ладно. Ну и ну. Зимород. Откуда такое название? Оно навеяно поэзией мастера Лютика. Может, знаешь? Так, мы 30 минут уже записываем. Из-за чести, что увяз в отхожем месте. Да, слышал. Ага. А принцессе Пенелопе, что топилась в речке, Зопе тоже. Ну, во всяком случае, зимородок всегда открыт для любителей поэзии. У нас бывают настоящие звезды поэтического небосклона. Давайте у него карты не закупимся. Чем сегодня кормят? Выбери вот эту вот. Нам это не нужно. Я ищу, с кем бы сыграть в гвинт. Ну, ты по адресу. Если будем играть, я поставлю уникальную карту из моей коллекции. Ну, давай сыграем. Ясно. Сыграем. Так, сам снова сюда ничего не дали. Он за чудовище играет, значит, у него много казни. Так, чучело у нас, подожди.
если так делаем. Вот эта вот глянка нам не нужна. Так, шпион один. Вот так давайте не. Ладно, неудачный для меня. Неудачное замещение было, хотел сказать. Так, у нас есть ясное небо. Да хорошо, так он шпиона нашего забрал. Значит, и мы пойдем вот так. Давайте мы еще одного кинем. В любом случае будет сильнее. Давай, выкидывай шпиона. Давайте мы лучницу кинем. Не будем использовать. Пока мечом в пролете. Да ладно. А мгла-то откуда? Давайте только кинем эту, что ли. Что он теперь кинет? А, да? Он побороться уже решает. Очень интересно. О, слава тебе богу. Давайте вот так кинем. Во, этого мы ждали. Так, выкинем шпиона. И мы все равно стоим в этом. В отрыве. Давайте вот так сделаем. Выровняем что-то, так сказать. Моровая дева. Ой, так если ты моровой девы настрадался, то... Ё-моё. Ну вот так еще сделаем. А мы еще вот так сделаем. Во, без. А мы вот так сделаем. Думаешь, тебе это поможет? Если мы вот так сделаем. Ну ё-моё! Давайте двух ассасинов прятим. Где ассасины? Но мы тебя не будем мучить, мы победили. Давай. Карту гони. Ты выиграл. Карта твоя. Во. Зашибись. Чем могу служить? До свет. Так, ладно. Подожди, что у нас тут рюкзаку? У этого у нас урона 2 больше. Помните этот пифа, шан. Вода. Вот и что у нас. Ничего вот это поставим. Шанс вызвать заморозку. Шанс вызвать берение. И шанс вызвать исправление. Потому что это против людей меч. Так, давайте карты мира, задание. На скелеги мы пока меч не будем отправляться. Дополнительное задание у нас. Пока у нас ничего нет, ведь мы все заказы. Так, охотник. Охота за сокровищами. Изделяю забрать. Школа Грифона. А кто за школой кота отправится? Во, школа кота. Все, зашибись. Так, давайте-ка. Вот так сделаем. Карту откроем.
по всем местам здесь выдушу. Как мне туда обойти? Можно здесь прийти? Да, можно здесь прийти. Доска объявлений. Как нормально. Как сражаться с мерзостью, которая может принимать разные обличия? Никто не может быть уверен ни в брате своем, ни в отце, ни в супруге. Взгляните на ваших соседей. Каждый из них может... Ну что, если кто у него был? Чем? Ну, ё-моё. Согласны ли вы на это? Позволим ли мы чудовищам и шарлатанам захватить наш город? Нет! Достаточно Пару лет назад один тип заплатил мне, чтобы я сохранил для тебя книжку. Сказал, что ты когда-нибудь за ней придешь. Кто это был? Наш чудесный Он не представился. Но у книжки красная обложка, это я помню. Я ее точно не продавал. Но вот тьма поднимает свою мягкую морду. Может, тогда и остальное посмотрим? Коварный Доплер присваивает себе облик начальника стражи. Шайка шарлатанов! С удовольствием. Из чунов и... Покушается на вашу чистоту и добродетель. Интересуешься книгами? Время покончить с этим. Время... Ага, он просто приезжает. Давайте с ним сыграем в Гвинт. Не желаешь сыграть? Отвлекайся! Господи, церковь сатанистов устроили там крики свои. Кто возьмет колоду? Да как там, да? Не можно. Фамиликар, ты чё? Фамиликар у нас, а вот он. Ну давайте начнем игру с тобой. Так, шпион, окей, тут этого поменяем. Ой, вот этот классный шпион вообще. Имбовый, я его хочу себе. Почему у меня его нету? Ну чё? Давайте вот так сделаем. Твою душу. Давайте вот так все делаем. И вот так, что ли. Первый раунд отберем. Ой. А это мне нравится. Сейчас мы у него казнь, короче, так выманим вот таким способом. По идее, у его королевства много очень хилов. Сейчас шпиона воскресит. Я же говорил. Так, он брок использует. Пусть он все рога пострет, потому что рог это довольно-таки сильное умение. Угу. А вот это мне нифига не нравится, то что он сейчас сделал. Сейчас нужно будет биться до конца. Значит, исключаем одного этого. Ассасинушку. Кидаем еще одну героинью. Ну-ка, что ты сделаешь? Ух ты, Геральт из Ривии есть. Это четко. Давайте вот так сделаем. Пока меч не будет раскидываться. Мне нужно у него выманить казнь. Я вот так еще сделаю. Я еще вот так делаю. Но у книжника героев.
Вот он. Наконец-то выманили мы казненника. То, что нужно. Так, снова за 8 воскрешаем. И докидываем вот так. И вот так. Красный мерзав, священное пламя вечного огня довершит тело очищения. Ну и название. Так, ну мы сейчас идем за школой. А, ага. Как сражаться с местностью, которая может принимать людей. Разные обличия? Никто Мой не может манифест. Быть уверен ни в брате своем, оно, ни в отце, внутри ни в какое-то супруге. Письмо. Марибунда, последнее обличье вампира. Каждый из них может оказаться доплером. Согласны ли мы на это? Позволим ли мы чудовищам и шарлатанам захватить наш город? Нет! Пусть же священное пламя вечного огня довершит дело очищения. Мне не нравится этот священный огонь. Вот вообще не нравится мне этот священный огонь. Священного огня. Огонь осветит его, сожжет, очистит. Огонь осветит, сожжет, очистит. Узрите все пламень милосердия. А тебе, выродок, особый костер. Ты будешь гореть медленно. И молить о смерти всеми голосами сразу, как все твои. Я не сделал ничего дурного! Ничего! Я просто хотел жить, как вы! Помогите, люди добрые! И чё, думаешь, нельзя? О, это ж доплер! Что, вообще помочь нельзя было? Надеюсь, Дуду им не попался. Жаные доплеры смердятся. Еще один торгаш. Прошу, прошу. Кого я вижу? Сам Белый Волк посетил мои скромные чертоги. Чем могу служить? О, сыграем в гвинт. Ты играешь в гвинт? Вы так решили, потому что я краснолюд? Может, вы еще считаете, будто я знаю всех краснолюдов, а после работы пробиваю шурфы в подвале? Так играешь или нет? Да, да, играю. Нормально. Так давай играть. Может, на уникальную карту? Почему нет? О! Значит, настроение поднялось на уникальную карту. Скоя Теаль. Вот это вот, и вот это вот нам не нужно. Угу. Ну, забирай шпиона. Ой. Я смотрю, он что-то типа патриота, да? Ты шо? Ты шо, офигел? Давайте мы кинем вот так. И вот так. Хотя, наверное, зря герой кину. Ступил. Вот сейчас я ступил конкретно. Герой не надо было использовать. Давайте этого кинем. Ой, Миссимир.
Почему весь мир такой слабый? Он же явно будет сильнее Геральта. Не, ну реально же. Вы сейчас скажите, что я не прав. У него что, казни нету? Да ладно. Да ну нафиг. Казни не было. Что-то не припомню, когда так позорно проигрывал. Карта ваша. Ты сделал все возможное. У кого еще могут быть интересные карты? Есть, к примеру, маркиза Серенити. Она об этом не распространяется, но у нее одна из лучших колод в городе. И играет она превосходно. Я знаю, о чем говорю. Так, давай я все-таки тут больше поговорю. Я могу слушать. Я хочу обменять валюту, как идут дела. Давайте поспросим. Как идут дела? О, вам правда интересно? Других вопросов в голову не приходит? Это все равно, что спрашивать рыбака о клеве или старую бабку как здоровье. Дела идут. На войне можно заработать, если знать как. Еще прежде, чем Нильфгард перешел Понтер, я подписал контракт на доставку древесины и железа из Ковера на гарантированных условиях, так что получил на этом 7-кратную прибыль. Неплохо. Так только кажется. Если вычесть подушный налог на нелюдей, церковные подати, военный налог и текущие расходы, то остается мелочь. С дюжины сундуков, не более. Ладно, давай, прощай. До новых встреч. И меня не... Добрый день. Так, к броннику зайдем. Умный клиент сразу поймет. Мечи высший сорт. О, мечник, наконец-то. Изготовишь для меня кое-что? Может, сказал мечи. Зачем мне что-то? Твою душу. А ты бы смог выковать доспех мастера? О, я хоть из подмастерья-то давно вышел, но за такие доспехи не возьмусь. Это тебе Верген надо. Есть там один краснолюдский мастер, Фергусом зовут. У нас в гильдии говорят, что на юге до самого Понтера лучше него доспешных мастеров не сыщешь. Ага. Ну давай покажи, что это. Покажи мне свой товар. Товары-мовары, это что у нас? Карту мы, конечно, забираем. Еще одна карта. Подожди, я тебе еще ничего не приходить. Пока. Заберешь? Забирай. Гондуру его скупает. Ты серьезно? Ага. Потом правда фигню купишь, ну ладно. Будь здоров. Будь здоров. Прекратите этот гнусный балаган! Танцы. Сил нет! Извиняюсь, все-таки уже через... Порядок, есть порядок! Мое пач... Покажи. Ладно. Будь здоров.
подожди, туда нет. Где то, что мы купили? Карта мира, так, что по карте мира. Нас вообще пустят туда? В ту часть? Не знаю. Вялый ты какой-то. Тухлого мяса нажрался. Что, добежим пацаны за школой волка? Вечный огонь, сохрани! Кого? Что, хочется сказать, что ты на этой лодке нельзя плыть? Твою душу. А вот и лодка с парусником. Ой, ну ё-моё. Аллилуйя. Поплыли. Плывем в замок. Подземелье под храмом пускать нужно. А ну что, выше хотите сказать? Нормально, меня обманули. И где я теперь? Ой, твою ж душу. Ну давайте вот сюда, вот сюда, вот сюда. И вот сюда. А дальше продолжим. Обидно, я так понимаю, туда еще не попасть. Чего? 23 уровень. Ладно, понял, понял, все понял, уходим. Надеюсь, нам здесь не вломят ничего такого. Волюм 19. Ну-ка, обучение бестиарий. Давайте глянем, кто у нас голема.
это гибриды, нет, это, наверное, не драконоиды, нет, духи, нет, это, то есть, это духи стихии, нет, огры, нет, проклятые, нет, лилиты, нет, нет, поеджио, голем, но сто, лилит, нет, огры, нет, проклятые, нет, 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 может, гибриды, вампиры, нет, да не вести. Ладно, фиксим тогда. Тогда активируем квен, сохранимся здесь и попробуем его одолеть. Нет драконоида, нет духи призраки, нет духи стихи. А, вот он, голем. Причем масло против магических тварей и дезинфицированная бомба, масло против магических тварей. Окей, так. Нет, по-моему, такое есть. Против элементарий, против людей. Против проклятых, против грифонетов, масло против вампиров, масло против призраков, масло против скорпоедов, масло против вампиров, масло против элитов, масло против огров, масло против драконоидов, имеет против магических тварей, да? Масло магических тварей. Бомба. Сон дракона, а там не все было. Голем. Дзинтировая бомба. Дзинтировая бомба. У него срой такой нету. Блин. Вот лошара, конечно, у нас есть такой. Это вот лучный гриб. А, есть даже? Oh.
Сейчас этот крен активируем. Масло против медицинки сплавить. Окей, мне нужно уже меч чинить. Прошу, что мне слемка. Вот и тот. Пипец, не вовремя было. Конечно. Блин, что такое жесткий? Там душный. Где у него тварь, который снимает все эти? Увеличивает мой знак, положительный стандарт, тут много там. Комбинированная атака. Типа, что это там делает? Так, где у него, который снимает? Скажем, так, я просто эти пушки так. Сопротивлением стихиям. Урона этим игрокам восстанавливает здоровье. Отвар из призрака. Позволяет лишь исполнить темноте. А, вот. Нет. Увеличивает мой знаков. Я там. Не понял. А где тут самая тварь-то? Твою душу. Давайте восстановим этот.
что. Сейчас я так понял, зря я что-нибудь заметил, да? Нелегально, он мне плен забивает просто. Давайте обновим масло, что ли.
душу. Чел, какой ты душный. Че у меня зелье осталось? Это масла. Давайте масла выловлю, на всякий случай. Призрак это урон, все мы восстанавливаем здоровье. Это вот хряпно. По идее у нас только вино осталось. Это вот была плохая идея. А, да? Не, мы вместо латочку обратно поставим. Просто эликсир. Её вот так сделаем. Ничего, что можно жить не восстановить. Yeah.
растет. Ой, душу на тебя не действует. Ой. Нет, не действует. Да ну нафиг. Мы это сделали. Спустя сколько времени? На сколько минут? За целых 20 минут ушло. И с него ничего не выпало. Большой офигел, что ли? Зато меч школы кота забрали. Понятно, что здесь было. Угу. Там еще пещера дальше есть. Зашибись. Четко. Можно помедитировать на всякий случай? А то я уже слышу нехорошие звуки. О! Всяких реликтов здесь понаходить. Нормально. Ладно, всем спасибо за просмотр. На этом мы, пожалуй, закончим. Всем приятного отдыха.